как не поделиться с вами маленьким-маленьким советом. Слушайте, мне это так понравилось. Мы же постоянно нам нужны, особенно на кухне, да везде, нужны салфетки. Салфетки. И их уходит море этих салфеток. А тут, слушайте, как это просто и легко сделать очень дешевую салфеточку из туалетной бумаги. Конечно, но туалетную бумагу мы используем по назначению, но можно ее использовать и не по назначению на кухне. Я нашла еще такую коробочку. Вот, она невесомая. Нет, даже не помню, из-под чего. Хорошо, я ничего не выбрасываю, что у меня все это есть. Видите, серединку я освободила, эту штуку убрала. Теперь вытягиваю. Это так удобно, это так классно и так хорошо. Конечно, можно поставить и без такой коробочки, но все-таки с коробочкой оно как-то, ну, как устойчиво. И действительно, можно использовать ее. Потому что туалетная бумага, она стоит действительно практически копейки. Ее не жалко использовать вместо вот этих вот тряпочек, потому что, ну, тряпочки не одноразовые, но ты же не накупишься столько тряпочек. В общем, мне это очень понравилось. Вот совет очень хороший, как всегда, я с вами делюсь. Ну что, всего самого доброго. Используйте туалетную бумагу и не по назначению тоже.